Всем привет! Мы сегодня вам покажем, как Максимка ходит по ходункам своих. Ходунки у нас необычные. А необычные тем, что они, конечно, наверное, не подойдут ни для одного ребенка. К сожалению, вот так нам по-бессовестному выдала поставщик этих ходунки. Не по размеру абсолютно нам пришлось наваривать вот эту штуку, чтобы можно было выше поднять, чтобы соответствовало росту. Когда мы уже просто узнали о том, что ходунки были не по размеру, уже поворачивать поздно было. Вот, мы сразу это просто об этом не узнали. Вот, Максимку я только увожу, только таким образом мы можем передвигаться. Но это так для разнообразия, для того, чтобы Максим знал, что не только мама может поддерживать при ходьбе, но и он может сам упираться на другой предмет, не надеясь, не 100% надеясь на меня. Вот так, шикарно. Максик. Наш Максик таким образом ходит. Шагай. Так, к сожалению, вот такие вот у нас только ходунки, просто безобразные. Ну, возможно, будет у нас возможность когда-нибудь, а может и в скором времени, когда все у нас наладится, мы сможем приобрести новые ходунки, соответствующие для Максима. Он сможет сам по дому передвигаться.